Всем привет! Прохождение Everlands мобильной игры. Третья часть. Продолжаем. Идем на следующее задание. PvP режим мы уже пробовали. Теперь выполняем задание следующее. Так, кто у нас тут? You got my attention. Крестоносец? Ха-ха-ха, вот оказывается, о каком искателе приключений все говорят. На миг я подумал, что у меня появился соперник, но я вижу лишь жалкого перебежчика, ничтожество. Могу поспорить, ты побоишься присоединиться к моей миссии и убить искореженную тварь. Что, думаешь, сможешь победить этого демона? Ха, да ты пустое место, у тебя нет шансов. Ну давай, попробуем. В конце концов, для меня все едино. Монстр умрет или жалкое ничтожество. Ха-ха-ха. Встретимся в аду, боец. Ну-ну. А тебе слабо его убить? Или нет? Или да? О каком чудовище идет речь? А мы же его уже убивали. Слабак. Все, дело сделано. Ну что, Крестоносец, я победил. Это я. Тебе просто повезло. Держи награду, хотя ты ее и не заслуживаешь. Это не... Так, следующее задание. Айл Нот хочет с вами поговорить. Пошли. Еще статистика есть. Да я вообще на последнем месте. Шестой уровень, 170 счет. За одного такого монстра 170 дают. Тебе не отказать в воинской доблести, но от убийства демонов тоже нужно отдыхать, верно? У меня есть другая просьба. Нам нужно найти главный источник бед нашего края. Разведчики узнали, где находятся 5 древних свитков. Я отмечу их на твоей карте. Эти свитки никто не видел уже сотни лет, но поговаривают, что в них сокрыта магическая сила. Разведчики побаиваются их искать сами, но я знаю, что ты не струсишь. Stay safe. Пошли искать. Вот он. Ух ты. Видимо, там что-то. Надо одного как-то сагрить. Ха-ха-ха!
Серьезные противники. Ох, на помощь пришли. У меня хпшки нету. Хпшки нету. Уйди, уйди. О, скрытый меч. Эй, вы чего? А этот пацан что, проиграл что ли? Свиток есть. Теперь сюда, да? Ёлки. Идем дальше. Это за скалой. О, тролли. По-любому согреться. Так, уйди. Ух, или как победил. Да что, хапушки не восполняются. Так, что тут у нас? О, отравляет.
мешать не будем. Прибавим скорость и удачу. Так. Не надо. Трох. Как-то его от него надо сабрить. Сюда по телепортации ему. Hello there, stranger. Да, на тебя можно положиться. Эти свитки точно помогут нам в борьбе с нечистью. Держи награды. Да. Боевой капюшон. Золото, самоцветы. Так, спасибо. Так, где он? Нет, слабый. Лучше так. Так, торговец. Let's trade. Что у тебя есть? Можно так продать. Или нет, пока не буду продавать. Тут больше ничего нету. Эй, помнишь те магические свитки? Я хочу отдать их жрецу Годрику, чтобы тот их расшифровал, но он как сквозь землю провалился. Похоже, что наши противники похитили Годрика, чтобы не дать нам завладеть магической силой свитков. Зря стараются, ведь у нас есть ты. Спаси Годрика и, пожалуйста, проследи, чтобы этот старик там не убился. Хорошо, сейчас по-быстренькому старика Годрика спасем. Годрик, держись, я бегу. О, золото. Тут еще где-то король костяной. Вот он. Костяной король. О, золото. Спасибо. Так, побежали. Давай. Быстрее.
клетку посадили, что ли? А вот и они. Годрик, выходи. Thank you, my friend. Эс, ты куда? Так, назад. Мне доложили, что Годрик снова с нами и скоро сможет прочесть свитки. Отличная новость. Вот твой гонорар. Не трать все сразу. Есть. Еще задание есть. Годрик, быстрее, Господь снова направил тебя ко мне. Но на этот раз в спасении нуждаюсь не я. В наших землях появился кровожадный демон. Он сжигает наши дома и питает необъяснимую страсть к нашим козам. Только избранный герой сможет отправить этого беса обратно в преисподнюю. О, я узнаю этот взгляд. Вижу, ты принимаешь свою судьбу. Хвала Господу, мы с братьями верим, что смогли отыскать корень зла, охватившие наши земли. Не могу рассказать сейчас, но невероятно важно победить падшего прислужника как можно скорее. Ты с этим справишься. И когда вернешься, я щедро одарю тебя. Сама судьба тебя выбрала. Туда. Что, я не могу спуститься, что ли? Что за бред? Годрик, а мне все сразу ясно было, что ты из избранных. На, держи награду, и знай, мы еще встретимся. Капюшон солдата, золото, самоцветы. Вот, плохо, 139. Так. А, 12 уровень нужен. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо. Всем пока.